зателефонували і сказали, що у нас є така проблема, кажани живуть в Шпарині, будь ласка, допоможіть, зробіть що-небудь. Найкращий варіант – це дочекатися весни. Більшість кажанів навесні мігрують, вони відлітають на південь так само, як і птахи. І коли вони полетіли, тоді вже можна закрити ці шпарини. На той момент, коли ми вже прийшли сюди, то з'ясувалося, що власник квартири вирішив закрити цю шпарину саме зараз, не чекати весни. Поступово вони можуть задихнутися, або у них просто станеться виснаження їхніх жирових запасів, вони загинуть. Мы обследуем это здание, мы посмотрим, что там происходит. Мы откроем как бы ту трещину, которая была запенена, дадим животным возможность выйти наружу. И наша задача вот в этом разобраться, понять, как специалисты, посмотреть, откуда они вылетают, кто они и какое в итоге может быть компромиссное решение и для летучих мышей, и для людей. Достаточно просто на вход, на то место, откуда летучие мыши вылетают, поместить снаружи что-то легкое, вот, например, как мы взяли такой вот какой-то пластмассовый материал, и тогда животное, вылетая из него, легко его отодвинет и вылетит наружу, а назад как бы проникнуть уже не может. Поки що ще тепло, для кажанів не критично, вони змінюють свої сховища, вони можуть продовж зими змінювати, тобто як коти, вони не весь час сидять в одному місці в квартирі, да, а переміщуються всередині квартири. Так само і кажани можуть переміщуватися між будинками в місті. Здесь находится камера, длинный провод, как бы, и, собственно говоря, экран. То есть, как только мы его вставляем в какую-то полость, то мы видим изображение. Если мы обнаружим каких-то животных в тех условиях, в которых они не смогут как бы дальше жить, то на какое-то время, на пару месяцев, мы заберем их в центр реабилитации рукокрылых. То есть, это будет не изъятие, а реабилитация, временная передержка, и весной мы вернем их обратно в природу.